Ну, а вот это вот уже сами виновницы, зачем мы сюда приехали. Вот это вот коровки, которые дают натуральное молоко для фирмы Danone. Я не ожидал, что я сюда попаду, но у меня клиенты разные, запросы у них разные. И мое дело найти и показать. Вот я нашел для моих клиентов, им нужно было натуральное молоко в Испании. Вот я им нашел натуральное молоко, где можно купить. То есть для моего проекта я хочу сказать так, что мы иногда находим такие вещи, которые и не предполагаем, что у нас запросят. Ну вот вроде бы все, вот такой короткий репортаж. Но будет желание, звоните, кому-то что-то надо, пожалуйста, мы всегда, если сможем, поможем. Ну, что-то еще попадется по дороге, обязательно покажу. Всего хорошего, спасибо за просмотр моего ролика.